Всем привет, ребят, с вами Уник, и сегодня я буду крутить золотую АВМ-ку, попробую его выбить, не знаю, варбаксов, я думаю, у меня хватит в любом случае хотя бы на одну. Мне так кажется, что 1.5 ляма это сумма далеко не маленькая, как вы видите, кручу я уже на основе. В прошлом ролике, когда я ставил такой некий эксперимент, пробовал посмотреть, со скольки же выпадет там АВМ-очка, в среднем она выпадает с 500 тысяч. Ну, это если, грубо говоря, округлять, то есть я слил под 1.5 ляма на ПТС, а выпало мне 3 золотых пушки. Ну и подвел такой средний итог, то что 500 тысяч на золотую пушку в среднем уходит. Но мне кажется, эта цифра далека очень от реалия, потому что чаще всего она выпадает с 200-300 тысяч барбаксов. Ну, смотря какое у человека везение. Не знаю, надеюсь, она мне выпадет вообще очень быстро, потому что много сливать на нее серьезно я не хочу. Варбаксов хоть и много, но все же их немножко жалко, потому что на випку я уже не кидаю. Варбаксы только уменьшаются, потому что в плюс я выхожу по варбаксам очень редко. Без випки это реально трудно, потому что я бегаю всегда в топовом снаряжении, боевые шмотки, ну и так далее. Ну и в принципе не знаю, буду крутить, буду пробовать, буду очень быстро все пропускать, потому что пока коробки не виснут, а есть такой шанс покрутить, это реально круто. Ну и в принципе давайте, не знаю, что тут у нас. Нихуя! Выпало! Серьезно! 120 тысяч вроде слил, 120 тысяч слил, выпало. Ну, мне кажется, то, что я просто до этого сидел, крутил, базарил хрень, я вырежу, потому что, ну реально, она выпала. Выпала со 120 тысяч, это просто круть. Вот так вот она выглядит уже непосредственно в самой игре. Но мне кажется, лучше бегать с пламегасителем, потому что с глушителем она не ваншотит. Как я уже и говорил в предыдущем ролике, если ей не поднимут характеристики, то ну снайперка будет просто как красивый экземпляр, который будет у вас храниться на складе. Кстати, помимо этого у меня выпало довольно-таки много обычных. Не знаю сколько, но много. Так, что у нас? Вот так вот она выглядит. Это, напомню, максимальная графика, скорее всего, да? Да, все у меня на высоком стоит. В принципе, ну, пушка красивая. Красивая я это не устану повторять, но все же характеристики у нее, а именно урон и пробивная способность, оставляют желать лучшего. Что ж, ребят, на этом все. Желаю всем также выбить эту пушку, хотя, мне кажется, 120 тысяч, то не у всех есть... Ну, в общем, желаю всем поскорее выбить данный ствол, если вы его хотите, не сливать на него много денег. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.